В воскресенье 29 октября в Таразе прошли выборы кандидатов в депутаты городского маслихата вместо выбывшего депутата по одномандатному территориальному округу номер 22. Процедура волеизъявления народа прошла в стенах многопрофильной гимназии номер 41 имени Александра Пушкина. Там в день выборов работали два избирательных участка – 80-й и 82-й. Процедура голосования проходила тайно. Члены комиссии выдавали избирателям бюллетени, после чего те проходили в кабинки для голосования и делали свой выбор. У нас по участку на данный момент 2220 голосующих. Из них у нас три голосующих, которые с особыми ограниченными возможностями. Один у нас будет голосовать на дому. То есть на данный момент у нас одно заявление на дому. Будет организована выездная группа у нас. Также у нас 48 избирателей, которые будут голосовать впервые. И вот на данный момент у нас есть три кандидата, за которых, в принципе, и голосуют наши избиратели. В установленные сроки кандидаты проводили агитационные мероприятия, разъясняя свою политическую платформу гражданам. И вот теперь настал кульминационный момент – процедура голосования. Выборы по выбывшему кандидату, выборы городского маслихата. На нашем участке зафиксирован электорат в количестве 2543 человека. У нас по участку 74 вновь голосующих, то есть это тот электорат, которому исполнилось 18 лет. На дому заявление у нас не поступало. Инвалидов у нас 7 человек по участку. Но у нас очень активные инвалиды, они всегда приезжают и голосуют сами, для них созданы все условия. За ходом выборов следили наблюдатели, задача которых – смотреть за действиями участников избирательного процесса и фиксировать нарушения. В свою очередь, пришедшие на избирательные участки жители города считают, что выборы способствуют созданию благоприятных условий для дальнейшего развития гражданского общества. Пришла проголосовать за кандидата, который, я считаю, достоин. Я очень рада, что я внесла свой вклад в эти выборы. Я считаю, что это долг каждого гражданина. После завершения процедуры волеизъявления члены комиссии приступили к подсчету голосов и направили результаты в Тарасскую территориальную избирательную комиссию. Риналь Рахматуллин, Руслан Сандыбаев, Айкон Акпарат.